Ульяновск присоединился к Всероссийскому театральному марафону. Статуэтку в форме веера с гербами всех регионов участников из рук министра культуры Республики Башкортостан приняла министр искусства и культурной политики Ульяновской области. Также гости Государственный академический драматический театр Республики Башкортостан представили ульяновским зрителям 3 спектакля. Этот марафон, он своего рода нас объединяет, и есть возможность показать свои театры друг другу, есть возможность зрителю посмотреть театры соседних регионов, и это такая большая творческая лаборатория еще к тому же. Театральный марафон в Ульяновске продлится до 15 мая. В свою очередь Ульяновская область передаст эстафету Республике Мордовия. Мы едем туда 16 мая, передаем эстафету Русскому драматическому театру в городе Саранске и везем 3 постановки. «Царь Федор», которого мы с вами видели неоднократно и любим очень этот спектакль в главной роли с Владимиром Петровичем Кустарниковым, «Ромео и Джульетта», классика на все времена, и спектакль «Наш городок». 3 вечера мы будем присутствовать в Саранске. Надеемся на то, что тоже удивим саранского зрителя, и из этого, возможно, какие-то дальше возникнут договоренности о дальнейшем сотрудничестве между театрами. В рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут 8 форумов Союза театральных деятелей Российской Федерации. На них обсудят проблемы театрального дела в России. Финальный форум состоится осенью в Москве. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.